Всем привет! Вы на канале «Узнаете за 60 секунд». Поехали! Сегодня я расскажу, сколько же налогов платит со своей зарплаты водитель автобуса. Данные из моей зарплаты за 2022 год и за 4 месяца 2023 года. Подоходный налог, он считается ступенчато, зависит от суммы. У меня получилось от 6,6% до 12,4%. Социальное страхование 4,2-5,1%. Страхование здоровья 4,2-4,7%. Пенсионные отчисления и выплаты на повышение квалификации 3,6-6,1%. То есть итого мы имеем 18,6-28,3%. В видео про начисление зарплаты я озвучил сумму 19 тысяч шекелей. Так вот, от этой суммы на руки я получил примерно 13 900. Спасибо за внимание, с тебя лайки и подписка. Скоро увидимся.